Площадь Шымкентского дендропарка огромна – 117 гектаров. Высажены за 37 лет существования парка, деревья-кустарники разрослись. И в некоторых местах вовнутрь заросли не попасть. Теперь с покупкой новой техники можно будет пересаживать крупные деревья с достаточно развитой системой ветвей у хвойных и лиственных видов. С помощью новой техники специалисты планируют до Нового года пересадить 30-40 деревьев. Наше руководство приобрело агрегат для пересадки деревьев. Работу начнем в первой декаде ноября. В это время уже листья опадут и корни деревьев не будут уязвимы. Да и дожди пойдут. Влажность поможет без повреждения корней пересадить деревья. Для покупки техники с областного бюджета было выделено 43 миллиона тенге. С применением нового агрегата «Оптимал 1400» труд работников дендропарка будет существенно облегчен. Здесь еще ничего, деревья растут на входе. А вот чтобы пробраться внутрь зарослей, нужно потрудиться. Сейчас я собираю плоды каштана. Мы их посадим на специально отведенных участках. Уже весной взойдут первые всходы. В прошлом году после инвентаризации территория зоны отдыха была разбита на 31 участок. Для увеличения количества хвойных и лиственных деревьев в дендропарке проводятся научные исследования. Новые черенки магнолии уже со следующего года будут высажены на территории парка. Планируется, что вскоре будет больше и редких тюльпановых деревьев. Это тюльпановое дерево растет в Северной Америке. Мы дали заявку на 15 саженцев. Уже скоро они прибудут. Мы все сделаем, чтобы эти редкие в наших краях саженцы прижились. Вот эти бутоны весной раскроются и зацветут. Тюльпановое дерево – наша гордость. Специалисты сетуют, что этот год был трудным, влажным и, следовательно, пришлось привлекать фитосанитаров на борьбу с зелеными вредителями. Содержать территорию свыше 100 гектаров – нелегкий труд. И поэтому работники дендрария просят отдыхающих беречь зеленые насаждения. Шинар Оразова, Ильдар Жунусканов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».